Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Так, сегодня у нас вторник, друзья мои. Естественно, в понедельник у нас закончился турнир. И я забираю награды. Лига мастеров 3 звезды. Так, Ванька-стиранка, золотые осколки и, конечно же, платиновые, ради которых мы все это с тобой и проходим. Так, на этой неделе у нас Рокстеди пасхальный, как ты видишь, разыгрывается. Ну и мы, пожалуй, начнем. Буста, естественно, ребята, не получится, потому что вторник, уже прошли сутки. Но, тем не менее, попробуем, ребята, вырваться, ну, хотя бы до лиги самураев 2 звезды. Было бы неплохо, если это у нас получится. Ну, если не получится, то что ж поделаешь, как говорится, да? Тем не менее, мы постараемся дойти до нашей цели. Само собой понятно, ребята. Даже можно здесь, в принципе, на автобое бомбить. Мои ребятушки здесь справятся. Так, а я хочу посмотреть, как мы будем двигаться. Ну, я тебе скажу, не так уж, в принципе, и плохо. За два поединка мы переходим с тобой на новую лигу. То есть у нас сейчас идет Лига воинов нулевка. Или единичка, можно сказать. Мы перейдем с тобой на Лигу воинов 2 звезды после вот этого поединка. То есть два боя на лигу. Я считаю, что это нормально пока еще. Это если бы мы с тобой в среду бы или в четверг бы играли бы, вот там был бы закис конкретный. Там бы у нас по 4-3 поединка минимум. А здесь я скажу тебе, мы еще легкой кровью отделались. 69-я позиция. Опять же, ребята, все равно два поединка. Но единственное, что надо нам 11-12 получить. Вот с этим, наверное, будет... А, нет, нормально. Я думал, что будет проблема. Ну, раз такая каша. Погнали, раз, два, три. Само собой, ребят, на автобое. Будем сейчас все это разруливать и смотреть. Да тут, в принципе, и смотреть нечего. Разносим их, как орешки. Прекрасно. Ну, естественно, ребята, сегодня вторник, сегодня никаких заданий особых нету. Единственное, что мы сделаем с тобой, ежедневки, и попробуем подняться вот в лиге. Но здесь, ребята, нам уже потребуется три поединка, ты заметил, да? То есть два боя не вытягиваем. Надо будет три поединка сделать, чтобы перейти на следующий ранг, скажем так. Но все равно, ребята, это... Нормально, это нормально. Уровень у них будет 19-20. В ближайший, я не знаю, наверное, еще, наверное, скорее всего, будет раунд 19-20. А потом уже будет повышаться. Но единственное, вот что мне не нравится, что у нас пока мало персонажей. Три персонажа, соответственно, мало кубков. 12-13, вот, ребята, уже 4 бойца. Уже 4 бойца. Ранг на 1-2 единички приподнялся у противника, но все равно это, ребят, ничего не решает. Для них нет, для нас это круто. Потому что мы быстренько будем продвигаться, соответственно, подниматься в лиге. Это наша основная, ребята, цель. Проходить лигу, зарабатывать лигу мастеров 3 звезды и осколки. Если у нас так пойдет, то на следующей неделе, ребята, мы с вами уже... прокачивать будем следующего персонажа на платиновый ранг. Поэтому заранее уже думайте, кого мы будем переводить, чтобы, как говорится, без задержек все это было. Ну, тут главное мне теперь вас не подвести, в плане того, что набрать эти. Хотя нам надо будет там, по-моему, если я не ошибаюсь, всего лишь 50. А я сейчас гляну. Я сейчас гляну, чтобы вам, как говорится, не соврать. Так, мы уже в элите. А ну-ка. Да, ребята, нам 50 платиновых осколков всего лишь надо будет для того, чтобы получить платинового бойца. Но в любом случае лучше получать, конечно же, 75 осколков, потому что они пускай даже идут в запас к нам, но это приближает к платиновому рангу следующего нашего бойца. Так, ну я так понимаю, мне не дадут 13-14, да? А, во, даю 12-14. Так что мы продолжаем. Так.
Ну, у них 27-й, 26-й, у нас 56-й уровень бойцов. Все, естественно, ребята, пока ставлю на автобой. Здесь никаких, в принципе, не должно быть у нас проблем. В плане, Рафаэль не смог замобить ни Мундагека, ни этого. В чем проблема вообще, не понимаю. С какого перепуга? 56-й уровень сопротивляется 27-му, ребят. Ну, это... Считай, разница в 30 уровней. Если бы противник был бы на 30 уровней выше меня, он бы меня рвал бы здесь, как, я не знаю, как тузи-грелку, понимаешь? А мы нет, мы не можем. Нам, типа, не положено так делать. Ладно, друзья мои. И до сих пор 4 бойца. Мы уже сколько поединков, ребят, с вами сделали, и до сих пор еще 4... У нас бойца дается. Не 5. Если бы мы с тобой бы на бусте, например, бы, да? Ну, бустовали бы сразу же с понедельника. У нас бы уже, наверное, на поединке четвертом было бы 5 бойцов. Ну, может, в шестом, седьмом. А здесь, может, считай, хорошо так побомбили, и до сих пор, ребята, отстаем. Ну, удивляться нечему, потому что много времени прошло. И, как говорится, удивляться нечему. Ну что, вылетку? Да, ребята, вылетку 2 звезды мы с тобой забираемся. 88-я позиция. Так, 13-15, шикарно. Ну вот, ребята, 5 бойцов уже доступно. Раз, два, три, четыре, пять. 5 бойцов доступно. И сейчас уже, как говорится, по максималке мы с тобой быстренько будем уже продвигаться. Так. Бросает этот гриб космический. Да надо же, вырубил его. Я думал, блокировку повесит. А вот Хан, к сожалению, не упал. Лео, молодец. С Маковным причем справился без проблем. И Роквелл, кстати, тоже нормально. А какой у нас уровень-то? 57-й. И они разносят их. 30-х. 26-х, значит, они не могли разнести, да? Такой же уровень. А 33-х разносят на ура. Как это объяснить, не знаю, ребят. 37-я позиция. Ну что ж, давай тогда продолжим. Такс. Пит, Кабан, Рокстеди, Донни и Мондагека. Ну, давай, наверное, сделаем как? Массовые атаки у кого у нас? Ну, Пита нету. Ну ладно, я звездану все равно. Нормально. Так, Мондагека бросает флакон. Не есть хорошо. Шикарно. Массовая атака, ребята, именно дымовая граната уничтожает наших противников. Ну и мы, да, мы переходим с тобой на элиту 3 звезды. А это говорит о том, что, ребята, и лига самураев прям вот рукой можно подать. Но мы с тобой скоро, вот, мы уже перешли на 60-е ранги. 60-х рангов у нас мало, потом сразу же, ребят, начинаются 70-ники. 2 звезды, конечно, вряд ли мы получим. Ну, я имею в виду Лига Самураев 2 звезды. Хотя, если по 3 боя за лигу, за ранг, то это будет нормально. Ну, куда ты лезешь, а? Даже не попал по мухе. Давай, Рокстеди, не падай. Замечательно, друзья мои, все очень хорошо. Так, какая у нас будет? Блин, ну 51-я. Конечно, ребята, еще надо будет 2 поединка. Может быть, дадут мне... Опа. 13-16. Раз, два, три. Ну, я тебе говорил, ребята, у нас 60-ников мало. Мы сразу переходим на 70-й ранг. А тут, как говорится, уже ребята шутить не будут. Валим практически с полтычка. Ну, сам замечаешь, да, что насколько отличается, ребята, это у нас от буста. То есть от понедельничного буста, когда мы с тобой проводим. Во-первых, больше поединков надо проводить. Соответственно, больше тратить наших бойцов.
Ну, медленнее, где-то в полтора, в два раза медленнее идем, чем на обычном режиме. Ну, на обычном режиме я имею в виду понедельничном, скажем так. Так, с минус Лео. Окей. Погнали дальше. Переходим с тобой в Лигу Самураев. 76-я позиция. А вы дадите мне случайно? Вот, 14-17. Кстати, это хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, массовиков тут мало. У нас тут кто? Три массовика. Начнем, пожалуй, с массовых атак сразу же. Карай-змея кричит. Наверное, я вырублю. Надо было Эйприл. А хотя, ну-ка, крыс. Прекрасно. Вырубили мы их. Кстати, надо будет посмотреть, что у нас там по мутагену получается. Мы сможем, интересно, сегодня кого-нибудь прокачать, поднять. Ну, и по уровню, и... Так, подожди, не-не-не, давай мне 14-17. Есть. Так, ну что у нас тут, Джастин. Так-так. И вот так сделаем. Кунаичи, ну да, тут в принципе одной кунаичи было бы достаточно. Можно было бы и не брать Усаги, но у нас уже просто пошли, ребята, высокоуровневые бойцы. Так что чему тут удивляться. Нам просто неким, даже нету слаймикового бойца, которого можно было бы взять. То есть пошла элита. Ну да, самурай все-таки, ребята, две звезды будет у нас в кармане. Ну, неплохо. Я считаю, что это неплохо. Так, так. И да иди ты. Давай я лучше возьму вот майки. Почему майки, ребята, беру? Я, ну, вы знаете прекрасно, у него нет массовых атак. У него одиночная атака. Но зато довольно мощная именно для врага. Потому что враг намного слабее нас. А так, если бы мы на равных играли, естественно, я бы, наверное, применял бы все-таки уклонение, чтобы лишний раз не получить в нос. Так, 75 место. Так, 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, слушайте, ребята, у нас остается мало бойцов. Еще поединок. Может, полтора поединка. И все. Вчера просто, ребят, в понедельник не мог. Я после стрима что-то... Еще там засиделся, короче, я весь день проспал, скажем так, проще будет сказано. Проспал, потом встал, потом готовил еду. В общем, некогда было мне. Только сегодня еле-еле там. Еще, честно говоря, не спал ночь. И спать как бы буду терпеть до 9 часов, потому что, ребята, мне завтра на работу с утра. Если я сейчас лягу днем спать, я, как обычно, встану в часов в 12. Ночь не буду спать, а мне на работу с утра. Ну, сам понимаешь. Поэтому мне придется терпеть. Я уже лежал, лежал, лежал. Думал, нет, надо посидеть, что-нибудь позаписывать, потому что иначе я вырублюсь. Так, ну что, давай. Раз, два, три, четыре. Давай, наверное, сделаем вот так. А там уже отыграем с тобой чисто маузеров вместе с Крэнгом. Ну, я думаю, будет нормально. Да им хана. Сотка против 45-х разбирается на изи. Вообще. Элементарно, Ватсон. Ну и последний недобой. Интересно, нам хватит? Да нет, 13 ступенек мы, наверное, не перепрыгнем. Скорее всего. Не получится. Хотя очень хотелось бы, ребят. Можно было бы, конечно, применить откат. Но зачем? Все равно нас на следующей серии, ребята, сбросят, скорее всего. Это не точно, но, скорее всего, есть. Так, ну что, с ареной мы на сегодня закончили. Теперь пойдем заниматься ежедневками и в конце уже... А хотя мы сразу и прокачаем, наверное. Слушай, ну шестая позиция. Лига Самураев, две звезды, шестая позиция. Я считаю, что это
Неплохой, ребят, результат. Потому что если бы мы с тобой сделали бы понедельничный буст, мы бы сегодня зашли и были бы в самураях 3 звезды. Это 100% тебе говорю. А тут мы в 2 звездах. Так, давай пройдем быстренько серию испытаний. Мы с тобой... Ага, мы с тобой идем уже на второй круг. Мы с тобой двигаемся на второй круг. Я возьму вот этих вот ребят. А против нас 80-ники. Тоже, как говорится, не пальцем деланные. Ну, зэк-то вата. Ага, не, ну, в принципе. Ах, ты успел, а? Смотри, что творит. Так, Донни. Ну что ты, Донни, я не мог вырубить этого хламона. Да ладно вам. Вы издеваетесь надо мной. Сотка не может завалить, а? Так. Давай просто укус. Вот. Огненная вспышка. И вертушка, друзья мои. Добивающая вертушка. От Леонард. В плане, блин, Шредер, ну ты чё? Стоит еще такой главный. По сторонам смотрит, а типа, а что произошло-то? Где мои ребята, которые стояли тут по бокам? Нормально. Так, забираем задание. Выполненное. И вот теперь, ребята, нам надо идти. Значит, по скиллам мы прокачиваем с тобой кого? Крысиного короля? Насколько? Не, подожди. Крысиного короля мы поднимаем по уровню. Крысиного короля мы поднимаем по уровню, ребятушки. Ага. Слушай, ну нормально. 76 уровень у нас получает крысиный король. А по прокачке-то кого мы с тобой? Донателло, да? Донателло видение, по-моему. Да-да-да, я еще помню, мы с тобой геймпады эти искали. Вот, нашли мы этот геймпад. Теперь 10 ящиков с инструментами. Так, один есть. Второй. Третий. Четвертый. Смотри-ка. Пятый. Шестой. Ну. Ну, шестой, говорю. Седьмой. Восьмой. Так, нам нужно еще 2. Девятый и последний. Есть. Так, а вот хватит ли у меня мутагена? Хватит, ребят. А, нет. Мутагена не хватило. Но сейчас хватит, ребят. Мы сейчас вот здесь вот заберем с тобой задание. И теперь у нас должно хватить. Так, Донателло, навыки есть. До второй ступени мы прокачиваем с тобой свернуть горы. Так, и в магазине у нас остается только лишь пак. Змея Карай. Вот, как-то так, друзья мои. Так, на этой неделе... О, Супер Шредер. Друзья мои, ну вы знаете мое мнение про Супер Шредера. Я вам рекомендую, если у кого еще не открыт, естественно, его приобретать, на него осколки. И как можно быстрее открывать и прокачивать его потом. Не пожалейте, он вам пригодится, ребят. Он вам сослужит добрую, как говорится, славу, службу. Ну что, ребятушки, а на сегодня вот у нас как-то так получается, что все. Больше мне здесь пока делать нечего абсолютно. И мы будем закругляться. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.